Лещина у нас в Кузбассе, орешник, растет у многих, но она растет как декоративная культура. Вот у меня росла несколько лет, каждое лето образовывались вот эти красивые сережечки. Я ждала, когда начнет плодоносить, но, увы, весной сережки чернели и не цвели. И женских почек, а это три красных пестика из почечки, ни разу я не видела. Ну, тогда я решила, значит, просто цветочные почки подмерзают. И вот придумала вот такое вот. Подошла к лещине, она вроде как толстая, нагнула ее, нагибается прекрасно. Я подождала, когда листья скинулись, и в теплое время попыталась прыгнуть. Увы, она уже была хрупкая, она уже не смогла прыгнуться. На следующую осень я пригнула ее вот в это время. На ней стоят листочки, зелененькие еще, желтые уже. И она прекрасно пригнулась. И весной она зацвела. Сережки распустились, пчелки роились, собирали пыльцу. А летом я увидела орехи. Это был первый сбор. Вот 3 года она у меня плодоносит. Мы собираем орехи. Нынче я собрала пакет орехов. Когда я пригибала, вот пригибать приходится, смотрите, беру вот такие вот от колес обрезки, мне сыновья обрезали так колеса, и они хорошо удерживают лещину. Вот когда я пригибала, я еще собрала орехи в тарелочке, но это уже остатки. Вот еще висят орешки, которые я не сорвала. Вот еще обнаружила, и еще там где-нибудь они найдутся, эти орешки. То есть, получается, и у нас в Кузбассе можно заставить лещину плодоносить. Попробуйте, если у вас есть лещина, сейчас не поздно, сейчас еще можно ее пригнуть.